Доброе утро, уважаемые трейдеры. Рад приветствовать вас на торговой сессии в пятницу. Заключительная торговая сессия недели. Меня зовут, наконец-то, Александр. Наш ведущий аналитик Артем Деев вернется к нам с понедельника. Ну а сейчас давайте рассмотрим самые актуальные события, которые сегодня стоит ожидать на рынке. Начнем с Великобритании. По фунту сегодня ожидается, на мой взгляд, достаточно сильное нисходящее движение, потому что статистика по ВВП вышла, которая совсем недавно, показывает, что годовой ВВП Великобритании снизится на 24,5%. Это крупнейший показатель за последние несколько десятков даже лет. Плюс ко всему добавился негатив от данных по промышленному производству. Промышленное производство в годовом выражении сократится на 24,4%. И, конечно, если текущая отметка по фунту 1,2580, я считаю, что в таком темпе цена действительно может снизиться до отметки 1.22 в среднесрочной перспективе. Ну и сейчас, если трейдеры, которые торгуют внутри дня, я опять-таки рекомендовал бы рассматривать именно продажи. Евро-доллар, текущая отметка по евро-доллару котируется на примерно 1.13. И за вчерашний день евро-доллар снизился более чем на 100 пунктов на фоне, опять-таки, укрепляющегося доллара. Я продолжаю ждать по евро-доллару снижения. Думаю, что сегодняшняя сессия может завершиться на отметке примерно 1.1250. Ну и в среднесрочной перспективе также можно рассматривать дальнейшее снижение. Нефть марки Brent также за вчерашний день показала достаточно сильное снижение на фоне локальных данных по запасам нефти. Да, запасы увеличиваются. Плюс ко всему здесь добавляется негативный фон от сделки с ОПЕК, да, поскольку сделку все с каждым днем многие трейдеры, инвесторы, сами политики признают неэффективной, и на этом фоне, конечно, негатива к нефти добавляется, плюс ситуация с коронавирусом. Совсем недавно была информация о том, что в Америке, в штате Техас, началась повторная вспышка коронавируса, там уже рекордные значения по заболеваемости, поэтому есть риск того, что такая ситуация может повториться и в других штатах. И, конечно, сейчас по нефти ситуация такая, что лучше рассматривать продажи. Вот, поскольку лонговые позиции мы, в принципе, уже закрыли, и продажи сейчас самое актуальное, что можно рассматривать. Ну, вам желаю успешной торговли сегодня в течение дня. И до следующей недели. С вами уже будет Артем Деев. Успешной торговли!